первый в Нижнем Новгороде магазин «Юникло» открывают под звуки японских барабанов. Он находится в торгово-развлекательном центре «Фантастика», и теперь нижегородцам не нужно ехать в другие города за одеждой любимого бренда. Я знаю, что для очень многих нижегородцев именно покупками «Юникло» завершались поездки в Москву и начиналось возвращение домой. Поэтому я хочу сказать большое спасибо руководству компании «Юникло», что вы приняли решение все-таки наконец-то прийти в Нижний Новгород. Мы вас очень долго ждали. Когда жители Нижнего Новгорода едут в Москву для того, чтобы совершить покупки, это, наверное, неправильно. Мы для этого провели реконструкцию торгово-развлекательного центра, добавили немножко интересные идеи в саму концепцию размещения магазина и пустующие площади выделили для того, чтобы здесь разместить действительно красивый, очень современный магазин «Юникло». Первых покупателей на входе по японской традиции встречает генеральный директор «Юникло Россия» Ото Томаюки. Мы открыли наш первый магазин именно в этом торговом центре, потому что он является лучшим в Нижнем Новгороде и имеет богатую историю. Мы рады находиться здесь и непременно хотим развиваться вместе. Огромный наплыв покупателей и длинная очередь объясняются просто. «Юникло» – это качественная одежда по доступным ценам. Я жил в Японии. И поэтому, когда мы приехали сюда, было очень обидно, что нет этого бренда тут. Но вот сбылась, так сказать, мечта несколько лет. Теперь будем ходить сюда. Мне нравится эта фирма. Она очень удобная, красивая одежда и за привлекательную цену. В одежду японского бренда можно одеть всю семью, а главное, не нужно ломать голову над подбором джинсов к джемперу или рубашки к пиджаку, потому что вещи выполнены в лаконичном дизайне и подойдут практически для любого случая жизни. В этом и заключается концепция бренда Lifewear. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижней.